Свежая и ароматная выпечка, бодрящий кофе, освежающие смузи, вкусное мороженое. Что еще нужно сладкоежкам для того, чтобы приятно провести жаркое лето в столице? Наверное, этого будет вполне достаточно. Главное, чтобы было, конечно, вкусно. Ведь от вкусного пирожного или выпечки получают удовольствие все, как посетители, так и кондитеры. Моя коллега Тамила Раупова продегустировала блюдо из летнего меню открывшегося нового заведения Multimafe Pastry and Bakery и узнала, насколько они вкусные. Узкая улочка с красивыми окнами и деревянными ставнями, тенистые лимонные деревья. Зайдя в это заведение, ты будто находишься в маленьком и уютном городке Европы. Такая дружественная и приятная атмосфера помогает забыться от городской суеты. Но главное преимущество заведения – это не приятная обстановка, а меню. Тут для посетителей представлено разнообразное количество десертного меню. Это тарталетки, эклеры, вкусные маффины и много другой выпечки. Гостей встречала зажигательная музыка, под которую так и хотелось танцевать. Внимание посетителей сразу же привлекла витрина, заполненная кондитерскими изделиями и хлебом. Чиабатты, багеты, батоны, булочки. Отметим, что разнообразная выпечка в заведение доставляется из собственного кондитерского цеха. Приглянулся посетителям интерьер заведения, выполненный в итальянском стиле. Мне очень понравилась обстановка, которую тут создали. Очень уютная создает улицы Италии. То есть даже если у вас нет возможности в ближайшее время посетить Италию, то вы можете посетить это кафе, потому что здесь очень уютная атмосфера, необычайный запах кофе и выпечки. Мне очень нравится здесь. В первую очередь я хочу обратить внимание на интерьер. Интерьер, конечно, шикарный в духе, итальянском духе. Столы, стулья, если вы сами видите, конечно, здесь атмосфера шикарная. Тут люди очень гостеприимные. Визитной карточкой Multimafe Pastry and Bakery, несомненно, стало уже полюбившееся многим мороженое из натуральных ингредиентов. Ведь тут готовят это сладкое лакомство, используя только натуральные фрукты, сливки и сахар. В дополнение к десертам на выбор гостям предлагаются освежающие коктейли из фруктов, фреш и смузи. По-особенному тут относятся к кофе. Его готовят по уникальным рецептам. Здесь у нас есть такая фишка. Во-первых, у нас имеется альтернативное заваривание кофе. То есть мы предоставляем три альтернативы. Это сифон, кемикс и кемикс-сифон, то есть объединенные. Также у нас есть здесь маленькая фишка. У нас есть здесь кружки, которые будут предоставляться постоянным посетителям. На них будут писаться их имена. И каждый раз, когда вы будете приходить сюда, ваша кружка будет вас ждать, вы возьмете свою кружку, и мы наполним его ароматным кофе. А для более сытного обеда Multimafe Pastry and Bakery предлагает выбрать что-то интересное из супов, например, чечевичный крем-суп или сэндвич с фирменным салатом Multimafe. Для более плотной трапезы можете заказать у нас супы, такие как гаспачо, либо чечевичный суп. Также мы приготовили для вас клаб-сэндвичи, например, придачу с фирменным салатом Multimafe. Уникальность наших сэндвичей, десертов и всего остального, что мы имеем в нашей продаже, является то, что это все сделано из свежайших продуктов, которые каждый день завозятся с душой, с той же самой душой в наше заведение, и мы уже потом выдумываем, творим и делаем все для вас.